тут живу и жил тут, и во время взрыва тут находился. Потому что я как хранитель палас праца. Топлю буржуйка свою, кушать готовлю пищу, подаю зданию воду, тепло. 6 утра и до 20:00. Поддерживаю коммуникацию. Услышал гудок самолет, слишком хлопок. Я был готов. Я знал, что это будет. Вообще у меня страшно не было. Не было. А мне страшно было ток. Когда кругом изоляция нарушена была, я куда касался, коммуникация, меня током било. Вот это было страшно. А взрыв это как пустяки, да. Отопление отключил, воду отключил. И рубильники. Электричество обесточило здание. Вот моя была работа. Первый. 5 минут. И плюс спасать людей. Они были блокированы завалами, дверями. МЧСники вызвал сюда, МЧСники вызвал. И Донкратом открыли, и люди освободили. Наша бомба бишь. Вот тут завалился от влага уже. И временно тут люди первой недели жили. А когда 2 числа, марта, перед взрывом, много почувствовали внутреннюю энергетику, просто они выехали отсюда, половина. Оставалась только семья. Семью я уже их выводил руинами. А после взрыва уже тут никто не жил, да, они выехали. Им кухню нашу. Вот эта стена уже завалила, это восстановила. Вовнутрь стена уходила, ушло. Мы восстановили уже эту комнату. Да. Кухня тут, окна ничего не было. Рамы тут не родные уже, да. Я нашел рамы на улицу временно, чтобы зимовать, да. Все это, водопровод, все сам поменял после взрыва, да. Ходил на базар, что-то покупал, дребезги полетели, замки все вот это ремонтировал. Как-то выжить надо было первые сутки вот это. Вот моя комната. Вот я тут живу, я тут прописана. Вот у меня трещина пошла, стена. И проем чуть-чуть, ну это легкий, стеклопакеты. Вот кладовка у меня. Стена у меня завалила сюда. Я уже сам уже поставил вот это уже. Чинил уже, да. Так и живем, да. Вот мои лыжи выжили. Любимые мои лыжи. Я лыжник, я люблю кататься. Я и Говерлы ездил, и Славский ездил, Львовскую область. Картины мне подарили, потому что я любитель экстрима. Когда во дворе снег, я укутываюсь на снегу, валяюсь. Экстрим. Вот у меня только экстрим. Во дворе только экстрим. 90-е годы рок живут. Но я больше выхожу в своем рабочем месте. Вот у меня рабочая обстановка. Это датчик давления у меня. Подаю. Это температура давления, подача у меня. Автоматика срабатывает. Вот у меня центральная магистраль. Здание. Открываем. И мы каждое утро это выполняем, эту работу. Дежурные должны быть круглосуточные.
кому-то же нужен коммуникациям обеспечить. И поэтому я на себя роль взял по коммуникациям. Днем у меня есть помощники, а ночью я сам один. Потому что как сюда заходит мародер, я их чуть-чуть выгоняю.